Меня постоянно увольняют с работы уже на протяжении 5 лет, да? Бывает на самом деле два сценария. Это тогда, когда ты не можешь пройти один и тот же урок. То есть тебе кажется, что ты много знаешь, у тебя завышенная гордыня, и ты ругаешься постоянно с начальством. Или ты не уживаешься в коллективе. Это одно и то же. Это раздутое твое гребаное эго. Второй сценарий – это тогда, когда ты уже в рамках профессиональных каких-то ограничений ты не справляешься уже, ты не вмещаешься, да? И ты намного больше и шире, и тебе, возможно, скорее всего, очень нужно и важно открыть собственное дело. И тогда тебя будут выгонять и изгонять везде тоже. Поэтому посмотри, что у тебя есть, у тебя эго, проработай. Если ты вышел за рамки своих профессиональных каких-то возможностей, и ты стал больше, то открывай собственный бизнес. Иди вперед или посмотри, что еще есть у тебя на горизонте. Большего, чем ты имеешь сейчас. Вот и все. Будь счастлив и успешен.